Тройное ДТП на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. Момент удара попал в объектив камеры наружного наблюдения. Легковушка на огромной скорости летит по проспекту Победы и влетает в автомобиль, который поворачивает налево. По инерции машина разворачивается и таранит еще одну легковушку. Кто прав, а кто виноват, разбираются сотрудники полиции. А это трасса под Миасом. Урал оказался на обочине дороги. Видимо, водитель не справился с управлением на заснеженной трассе и едва не улетел в кювет. На этих кадрах из Миаса легковушку автоледи развернула посреди дороги после ДТП с бронированной машиной инкассаторов. Пострадавших нет. А это последствия того, как один водитель выехал на встречную полосу. В итоге разбито две машины. А в Магнитогорске из-за аварии образовалась пробка. Сейчас посмотрим, что тут. Опа, кто там в телефоне игрался. ДТП пострадал Nissan. У машины разбит бампер, у шестерки смят багажник. Повреждения есть и на BMW X5. На улице Даватора столкнулись иномарка и ВАЗ. Отечественная легковушка не успела завершить маневр и получила удар в бок. Пострадала автоледи за рулем десятки. В Озерске не поделили дорогу автобус и Audi Q5. Видимо, водители не смогли разъехаться на скользкой дороге. И нелепое ДТП в Магнитогорске. Автоледи, видимо, перепутала педали и устроила вот такую аварию. Таксист и девушка за рулем.